Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 13 на странице 78 учебника математики для 3 класса автора Маром. Выполни вычисление 187 плюс 75. 80 плюс 70 равно 150. 7 плюс 5 – 12. 150 плюс 12 – 162, и плюс еще 100 – 262. 850 минус 86. 850 сначала вычтем 80. Это получится 770. И минус 6 – 764. 238 плюс 93. 30 плюс 90 равно 120. 8 плюс 3 равно 11. 120 плюс 11 равно 131. И плюс еще 200, 331, 540 плюс 30, 40 плюс 30 равно 70, 570, 540 плюс 300, 500 плюс 300 равно 800, 840, 540 плюс 330, 500 плюс 300 равно 800, 40 плюс 30, 70, 870, 17 умножить на 4 разделить на 2, 10 умножить на 4 равно 40, 7 на 4 – 28, 40 плюс 28 равно 68. 68 теперь разделим на 2, 60 разделить на 2 – 30, 8 на 2 – 4, 34. 28 умножить на 3 разделить на 4, 20 на 3 – 60, 8 на 3 – 24, 60 плюс 24 – 84, 84 разделим на 4, 80 разделить на 4 – 40, 4 разделить на 4 – 1. 80 разделить на 4 – 20, и 4 разделить на 4 – 1, 21. 18 умножить на 5 и разделить на 3. 18 умножаем на 5, 10 на 5 – 50, 8 на 5 – 40, 50 плюс 40 – 90. 90 делим на 3, 9 десятка разделить на 3 равно 3 десятка, то есть 30. 42 разделить на 14 умножить на 26, 42 делим на 14 методом подбора, это получается 3. 3 умножаем на 26, 3 на 20 – 60, 3 на 6 – 18, 60 плюс 18 – 78. 60 разделить на 12 умножить на 14, 60 делим на 12 методом подбора, получается 5. 5 умножаем на 14 равно 70. 90 разделить на 15 умножить на 13, 90 на 15 делим методом подбора, у нас получается 6. 6 умножаем на 13, 6 на 10 – 60, 6 на 3 – 18, 60 плюс 18 – 78. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.